Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш трешечок. Сегодня у нас будет обнова наконец-то на Тайване. Конечно, обнова будет вызывать много негатива. Посмотрим, чем закончится прокачка на 30-й прорыв, что там нужно будет и что он будет давать. И какой будет новый герой там донатный, что он будет тоже из себя представлять. Так. Ну что, я забрал, не брал я паки там по 10, я забрал 2 пака по 5. Почему? Потому что, во-первых, там пак за десятку для Командора и Трифет, они у нас уже есть. Там продавали 100 кулаков, как бы, ну, те же самые коробки, по сути. Тут еще коробки с чарами, ну, плюс 10 карты. Что немаловажно для нас, тут есть герои, и там был пак с эмблемками, тоже смысла нету, потому что можно коробки открыть, точнее, с эмблемками и с ремками можно коробки открыть, получить кучу талантов. Плюс здесь молотки, которые экономят нам, по сути, 100 дней, ну и самое основное, питомцы, потому что питомцы будут играть решающую роль, ну, по крайней мере, первое время, для аккаунта, именно прокачка их, потому что без прокачанных питомцев вы знаете, что очень сложно. Так, что у нас еще интересного? Поехали посмотрим, что у нас сегодня по рынку, и пооткрываем. О, нифига себе, это интересно, ребят. Я думаю, я уже склонен к этому паку. Во-первых, скины зданий, это раз. Ну и 13 сумочек Огника. И это всего лишь десятка. В принципе, мы отсюда можем вытащить всего лишь 13 осколков. Но сама суть, что башенки, это уже плюс. Плюс к силе, ну и шанс собрать огник. Так, этот за двадцатку. В принципе, тоже хорош. Это нам не надо, это нам не надо. Ну вот, роза, огник. В принципе, вообще копейки. Ну, такие себе, они, конечно, интересные. За двадцатку неплохо. Половинка лазули. Камешки на архе. Рунки за десятку. Монетки. Ну, монетки, в принципе, тоже неплохо. Расходники, получается, книжечки и две эмблемки. Так, ну и у нас есть самый нижний пак. За пятерку. Так, Ронин, Череп, Ворожай, Стрелок, Арктика, Дракон. Поехали посмотрим, что у нас. Ронин у нас есть. А вот Ворожая у нас нет. Черепа у нас нет. Стрелок есть. Чисто ради Ворожая. Ну, не знаю, не знаю. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу, потому что отсюда, в принципе, мы сейчас можем вытащить отсюда ворожая. Давайте сейчас пооткрываем это все. Вдруг отсюда выпадет, тогда у нас отпадает этот пак, и мы берем просто пак со скинами. Ну, вы пишите в комментах, что вы думаете, и мы уже будем определяться. Так, если мы возьмем... пак за десятку, ну, в принципе, 50 слизней в итоге отсюда получим. Что у нас еще есть? Коллекционер героев. Нам он нафиг не нужен. Так. А, есть шопинг спри. Вот это, кстати, интересно. Одна минута. И что у нас есть? 60 осколков. Заманчиво, в общем. В общем, то, о чем я и говорил, ребят, что вот есть такие вот акции, где можно будет собрать того же самого Огника и Розу постепенно. Что там у нас? 100 баксов это 10. Да, это в принципе у нас будет одна попытка. То есть мы сможем забрать 60 осколков. Это очень радует, потому что
мы его очень быстро соберем, этого огненного. Так, ну тут остальное уже такое себе. Окей. Поехали. Поехали. Открываем плюшечки. Такс. Так, что у нас тут? Ну, это мы сейчас пооткрываем. Поехали, начнем. Быстренько вот это пооткрываем все дело. Посмотрим, что у нас по питомцам. Надо качать, кстати, здание, потому что мне будет не хватать сейчас для прокачки героев. Его уровня. И подземки надо проходить. Пишите в комментах, что вы думаете. Будем мы трешивать, записывать вам видосы с прохождением на таком аккаунте или нет. Конечно, здесь будет все очень быстро. Намного быстрее, чем на Сарделии. На любом бездонатном аккаунте, потому что тут герои уже есть десятками. Сейчас скоро мы начнем и таланты им качать. В общем, здесь все будет намного быстрее, скажем так. Посмотрите, сколько питомцев. Что еще надо? Правда, я их быстро не прокачаю так, как хотелось бы. Потому что мне, скорее всего, не хватит маны для прокачки. Давайте еще эти откроем. И сейчас просто на примере... О, ледяха. Просто на примере... Вот одного питомца посмотрим, сколько нам придется их качать. Я имею в виду, насколько еще придется нам ждать, чтобы ману. Я не хочу просто самики тратить. Я хочу их копить. Посмотреть ради интереса, сколько мы там... Ну, по минимуму мы их тратим, там, строитель наняли. То есть я в основном не трешу, как на другом аккаунте здесь. Все за самое. Так, еще плюс, судя по всему... А, смертушка у нас появилась, отлично. Ну, в общем, у нас, по идее, все питомцы уже есть. Сейчас только посмотрим, какой у нас будет максимальный. Ну и плюс нам надо выбить ворожая. Если задание ворожая мы выбиваем с карт, то, в принципе, нам тот пак не нужен, по сути. Черепа мы и так достанем рано или поздно. В принципе, это не тот герой, за которым стоит в первую очередь охотиться. А вот скины зданий и огник — это более реально. Так, с этого мы панчбокса, вот видите, как получается. В принципе, вот можно было бы даже просто взять два пака по 5 с питомцами, этого тоже нам бы хватило. Но нам нужны герои побыстрее. Посмотрим, что мы сегодня получим с недостающих. Так, ну и что, последний. В общем, нормально так, питомцев за 5, за пятерку. Вообще отлично. Надо было еще забрать на основе, потому что я что-то завтыкал. Скоро по-любому разблокируют, а там основных обычных питомцев очень мало. Редких, которых продают там дофигища, десятки тысяч, а таких нифига нет. Так, отлично. Так, спасибо, в этом лишь тут. А, показывают, что я могу. Я понял. Так, 60, 60, 50.
50, вот смотрите сразу же. Рудольф 349. Ну, как видите, не особо так и много, скажем, но все равно хорошо. За пятый день, я считаю, это более чем достаточно. Так, ну давайте на примере Рудика. Это маны даже нету столько. Так, новый титул. Поехали. Ну, по сути, до 6 левела я могу докачать. И не более того. В общем, из-за этого надо и качать здание. Даже 7 качнем. Но питомца в любом случае надо качать, потому что они нам дадут определенные связки бонусов, которые нужны на любом аккаунте. Поэтому я считаю, что правильно сделали, что взяли это. А, ничего себе, даже 8 качнем. Вот так вот. И дальше можно будет качать. Так, хорошо, с этим мы разберемся. Командора, обалденный герой. Вчера и трешевал. После того, как Бравл побегали, поиграли. Немножко ее покачал. До 20 уровня. Сейчас надо думать насчет слизней. Так, ну окей, с этим мы разобрались. Поехали, пооткрываем карты, посмотрим, что же все-таки нам сегодня брать. Пак со скинами с частью огника, либо же вот этот нежный пак, либо за, ну, за десятку, я не знаю, есть смысл, нету смысла. А тут нам только нужен ворожай. Но если мы сейчас его достанем, то тогда у нас это все отпадает. Ну как отпадает относительно. Так, поехали. Фрэнки. Ну, это у нас уже есть. Это повторочка. Сердцеедка. Так, сердцеедка, по-моему. А, нет у нас его, отлично. Еще плюс один герой. Смотрите, как мы здесь героев быстро выбиваем. Недостающих. Так, поехали дальше. Анубис, повторочка, отлично. Ведьмочка. Ведьмочка, по-моему, есть. Я уже не запоминаю этих героев, потому что на каждом аккаунте столько разных героев, их запомнишь их. Так, отлично, сердцеедка есть. Призрачный тоже, по-моему, есть. Еще одна ведьма повторка. Вот мы повторок отсюда натащим, по сути. Ну, ворожая дадут нам или нет? Малышник. Еще один хранитель. И тесочка. Вот так вот. Такс. Ну что, можно меня поздравить. Еще малышник и плюс тесса. Неплохо. А призрачный? Так, малышник, Тесса. Отлично, смотрите, сколько опять героев мы достали. Да, они там не особо имбовые, но зато, блин, это совсем новые герои. Тесса.
Малышник и призрачный всадник. Вот так вот. Считайте, и сердцеедка плюс 4 героя. Но ворожаемо так и не вытащили, поэтому пишите в комментах, что вы думаете, что мы делаем. Так, малышник, малышник, малышник. Так, ну и химка у нас тоже, в принципе, ее тоже надо открывать сюда. Вот так вот. Считайте, сделали сегодня. Получили еще, по сути, плюс 5 героев в алтарь. Так, отлично. С этим разобрались. Ну что, идем потрешуем, пооткрываем коробочки. Немножко подкачаемся. Может, что-то интересное будет. Героев, в принципе, у нас уже хватает. Бастион еще вот так вот. Ну, Баст, варианты какие есть. Вариантов особо много. Это Фрея, но Фрея пока мы не будем трогать. Ну и самое основное, Баст для Анубиса. Для универсальности тоже, в принципе, неплохо было бы. Ну, я пока склоняюсь, что мы его поставим все-таки на Анубиса. Фрея у нас будет немножко с другим палантиком. Потом мы скин получим на нее. А на Анубиса мы сейчас можем варьировать. Так, это можно поставить на паладина. Берс. Кстати, заметьте, у нас тыквы Купидона нет. Что самое интересное. Так, ну Берс. Честно скажу, я особо не вижу сейчас смысл кому-то ставить. Мы поставим его просто сюда вот. Огненная защита. Это неплохо. Это идет на хранителя. Можно было бы и на Рина поставить. Так, разбросик. Тушика у нас нет. Черепа у нас нет. В общем, напрашивается пак с черепом сворожаем. А пока мы их достанем. Поставить вот сюда. Так, ТУ можно пока на химку поставить. Еще один перс. Ну что ты сделаешь, блин? Ну, забиваем пока силу. Так, ожива. Вот это уже поинтересней будет. С этих героев оживку. Ну, реально, я поставлю на командор. Так, отлично. Замедление. Замедление идет пока на ведьму. Оно уже не настолько актуально. И еще одна огненная защита. Ну, я думаю, это пойдет на Бигфутика, скорее всего. Пока временно. Вот так вот, ребятушки, расставили мы немножко талантики, немножко подкачались, получили недостающих героев, поэтому пишите, что вы думаете, какой пак мы сегодня выбираем, потому что варианты как бы есть, либо получить ворожея с черепом недостающих двух героев, потому что мы можем их долго получать с другой стороны, рано или поздно мы их тоже получим, либо взять пак... Вот этот вот. Ну, мне кажется, вот этот вот лучше еще добить огника оттуда. Поэтому пишите комменты, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.